Активно, задорно, с огоньком в Белгороде начался третий трудовой семестр белгородских студенческих отрядов. Сегодня командирам вручили путевки. 1600 студентов со всей области будут работать проводниками на поездах, вожатыми в лагерях, а также на полях, в садах, отправятся в качестве сервис-персонала на юг России и, конечно, станут участниками строительства различных объектов. Очень хочется пожелать вам вести себя достойно, гордо нести флаги ваших стройотрядов. У Белгородской области, у стройотрядовского движения очень хорошие традиции, очень хорошая репутация. Поэтому дорожите ей, вы наше лицо. География трудовых десантов охватывает не только Белгородскую область, но и Краснодарский край, Крым, Санкт-Петербург, Москву. В этом году главное отличие, да, это то, что в два раза увеличилось количество участников из колледжей и техникумов региона. То есть прям вот рост среди профессиональных образовательных организаций. В регионе больше 50 студотрядов. Самые популярные направления – проводники и вожатые. Их выбрали 600 студентов. Алена работает вожатой около 3 лет. Ей 21 год, учится в БелГУ на факультете иностранных языков. Студенческий отряд привела любовь к детям. Во-первых, это моя профессия – педагог. Это больше как для моей души. Это, правда, очень большое удовольствие приносит работать с детками, особенно среднего возраста. С ними лучше всего. Для Славяны Анфимовой это уже вторая трудовая вахта. Работает проводником с удовольствием. Признается, профессия трудная, но дорожная романтика с лихвой перекрывает все сложности. Очень ждем, очень скучаем уже по вагонам, скажем так. Но очень хочется. Для того, чтобы влиться в масштабное молодежное российское движение, нужно обратиться в штаб студотряда в своем вузе или суде. Денис Тримоусов, Сергей Драчев, Белгород Медиа.